Как интересно было встречаться с новинкой, ведь она из творческого комплекта «Новый день», который так наполнен, насыщен самыми разнообразными приложениями самого разного характера. И вот новая встреча, возможность по-новому встретиться с новым днем и ощутить, какие грани открывает такая встреча. И знаешь, так интересно, вчитываясь в строки, вместе со звучанием песни особое внимание обратилось на то, что красота в дивном мире, она безусловна. И для меня эти строчки так прозвучали, как возможность встречи со сказочным миром вот так, с ощущением безусловной красоты и благодарного принятия этой красоты и привнесения света своей души во встрече со сказочным миром, встречи с такими удивительными песнями и сказками. В песне поется о красоте, которую создает новый день. Такой герой, который все вокруг своим приходом превращает в красоту. И о том, что этой красоте можно приносить такую деятельную благодарность. Это очень впечатлило. То и как новый день действует, и то, сколько всего можно увидеть таким благодарным взором, как можно откликнуться на это. А еще, знаешь, благодаря такой встрече с новой силой ощутилось, насколько этот герой сказочный, вот это действительно герой, новый день. И вчитываясь в строчки, есть возможность ощутить, как он проявляется, как он действует в каждой-каждой строчке этой песни. Про вчитываться в строчку мне еще так понравилось читать с песней вместе. Получается, очень неспешно вчитываешься в ритме песни в каждое слово. И эти сюжеты как-то встают перед глазами, потому что описываются, правда, очень красивые моменты какого-то сюжета. И вот это неспешное прочтение, оно позволяет обратить внимание на все слова. У меня тоже обратилось внимание на красоту поэтического слога, то, как он ярко и точно подмечает красоты происходящих событий. И знаешь, благодаря такой встрече еще ощутилось, что новый день, он новый не постольку, поскольку пришел, а именно новый в чувствах, в тех отношениях, которые рождаются в душе. Ух ты, здорово, спасибо. И такое ощущение, что новый день, он приходит и в мое сердце именно благодаря направленной встрече с этой песней. Направленной и внимательной. Однозначно. Особенно вот это внимательное вчитывание в текст несколько раз с музыкой, с песней, голосом сказочника, такая встреча направленная приносит какие-то такие свежие, очень нежные, трепетные чувства. Да, такое ощущение, что красота настаёт во внутреннем мире благодаря такой встрече.